Марсело ашық. Марселон пасы, Паулиньоға шарылған доп. Коутиньо алыстан тепті және. О-хо-хо! Есеп 1-0. Міне чемпиондар лигасының финалында Ливерпульға жетіспеген ойыншы дәл осы Каутиньо болатын. Өйткені алыстан тебетін бірде-бір ойыншы жоқ. Соңғы уақытта Барселона сапындағы ең әдеуі шедевр голдар соғып жүргенде дәл осы Каутиньо. Биылғы маусымда әлем чемпионатында Каутиньо міне тағы да көзге түсті. Есеп 1-0. Шикарный гол забивает Филиппе Каутиньо. Дальним ударом в девятку без каких-либо шансов для голкипера сборной Швейцарии. Обводящий удар мяч еще стукнулся о внешнюю сторону стойки и влетел в ворота Яна Зоммера. Вот таких ударов шедевральных издали не хватало на этом чемпионате мира в первых турах двум другим фаворитам, сборным Аргентины и Германии. Вот такого бьющего человека, как Каутиньо, им не доставало. Ну что ж.